Посольство Исламской Республики Пакистан в Беларуси с новым культурным проектом в нашей стране. На базе Борисовской Центральной районной библиотеки представители дружественного государства открыли уголок пакистанской культуры. Экспозиция разместилась в зале литературы на иностранных языках. Она собрала книги, предметы изобразительного искусства, сувениры ручной работы, образцы национального костюма Пакистана. Борисовская библиотека реализует более 30 культурных проектов. Есть и международные. С Республикой Пакистан борисовчане сотрудничают не впервые. Сотрудничаем мы с разными странами, с посольствами. И нам отрадно, что вот уже 3 года мы плотно так сотрудничаем с посольством Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь. И ежегодно к нам с визитами приезжают пакистанские художники, которые проводят у нас мастер-классы для наших жителей. И естественно, что в рамках этих визитов мы еще более узнаем друг друга, наши страны. Наши страны сотрудничают во всех направлениях, особенно активно в сфере образования и культуры. За последние 3 года мы осуществили 8 крупных выставок. Этим летом в 4-й раз планируем поучаствовать в фестивале «Славянский базар» в Витебске и Гродненском форуме национальных культур. Уголок пакистанской культуры в Борисове – уникальная инициатива, первая и пока единственная в рамках библиотеки. Однако еще 2 наших культурных центра работают в университете Гродно и Минска. В ближайшей перспективе посольство Пакистана планирует порадовать белорусов национальным искусством трак-арт. В Минске будет запущен трамвай, расписанный в этой самобытной восточной технике.